здрасте. Прошу прощения за то, что давно не вылаживал видео, уже 2 месяца. Я просто физически не мог это делать. Там есть некоторые видео, которые мне нужно будет смонтировать, то я их чуть позже сделаю на канале. Хотел поблагодарить тех, кто подписался на канал, да и тех, кто остались, в том, что видео новые не появлялись на канале. Уже я упоминал, что на моем канале не будут видео только о ремонте мототехники, будут видео разного плана, поэтому не судите строго за то, что на канале получается такой каламбур. Ну, все видео я распределяю по плейлистам. Ну, сегодня, например, видео все-таки будет о ремонте бензопилы. Это штиль 180. Такая проблема с этой пилой, то что это отверстие, где вставляется вот этот шланг, бензопровод, вот это вот место у него заужено стало. То есть она закаменела в этом месте, и она недостаточно держит бензин. То есть когда переворачиваешь в каком-то любом положении, бензин оттуда выдавливает. Устранить эту проблему одним способом: можно вставить новый шланг. Сгонял я в город, купил новый шланг, потому что здесь уже герметик был, и он ничего не держал. Поэтому просто будет поменять новый шланг. Вот она стоит вот так. И это вот кольцо, которое не дает ей выходить во время давления. Вот она там вроде бы с этой стороны стала. Ну, вылезла полностью это колечко. Зацепилась уже за бак. Но с той стороны, с обратной, ее отсюда не видно. И нужно ее подтянуть таким макаром, чтобы она, ну, вы услышите, чем-то поддеть или сделать, может быть, крючочек или пинцетом. То есть ее взять и подтянуть, чтобы она заломалась в эту сторону. И это кольцо тогда раз и соскочит и зацепится за бак. И будет по всей окружности полностью в зацепе. И уже будет давление, оно никуда не выскочит. Также она плохо заводилась, эта бензопила. Здесь стоял фильтр. Ну, фильтр оригинальный стоял, но он сильно плотный и быстро забивается. То есть вовнутрь туда мусора напхало, и она будет плохо заводиться. И она давится, ей мало воздуха. Еще здесь вот этот дядя отдавал кому-то на ремонт. Здесь вставили вот такую вот самодельную прокладку. Зачем она? Я не знаю. Купил такую вот прокладку. Она не оригинальная, но по плотности она чуть, у нее меньше плотность, чем в оригинальной. И плюс она не будет так давиться. Интересный момент. Вот свеча. Вот щуп на 1 миллиметр. Получается, что зазор на этой свече был 1 миллиметр. Ставлю 55 и все. И работает нормально. Я уже просто хотел закрутить эту свечу на место. Зазор увеличенный, соответственно, тоже будут перебои в работе. И еще что забыл сказать, что карбюратор регулируется только одним винтом. И то регулируется
холостой ход и все. Других регулировок нет. Там есть те метки H и L, но они не регулируются, они заглушены. И здесь один только винт для холостого хода. Смотрите теперь, какая получается хорошая искра. Уменьшил зазор, и искра стала более толще, больше. А так с тем зазором она была чуть тоньше, меньше была искра. Такая вот была сегодня работа. Такой вот был пациент у нас на столе. Фильтр прилегает плотненько. Все вмятины по всему фильтру видно. То есть смысла вот этой подкладки нет здесь. А, и еще что. Вот эти гаечки, которые держит фильтр, и карбюратор посадил на резьбовый герметик, чтобы при вибрации ничего не откручивалось. Дальше бензин здесь уже не подтекает, переворачивал в рабочем состоянии, ну, заведенно, и плюс крутил ее вверх ногами, попало держал, не подтекает. Спасибо всем за то, что смотрели. До следующих видео.